Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем проходить с вами Far Cry 5. Итак, мы сбежали из логова Иоанна, и нам теперь надо как-то его побеждать, то есть нам как-то нужно его выманить из этого логова, еще нам нужно там подружку нашу спасти, которую в самом начале взяли в плен, оба-на, медведь. Сейчас мы будем охотиться. А выманить нам его надо как? Как? А вот так. Выманивать мы его будем. Короче, скорее всего, игра хочет от нас то, чтобы мы просто проходили, исследовали эту территорию. Вот эту долину. Вот этот регион. То есть всякие квестики проходили, мешали там всяким вот движениям до тех пор, пока вот эти очки сопротивления не достигнут отметки в 13 тысяч. Сопротивление продолжило освобождать долину сектантов, и он поручил верным на самолетах выслеживать вас. Вот. Короче, нужно нам выполнять задания, освобождать аванпосты, разрушать постройки и так далее, и так далее. И тогда мы его выманим и с ним сразимся. Скорее всего так. Сейчас медведя завалю. О, ты чё? О, завалил мишку. Фига себе. Вот этот мишка, сорян. Обыскать шкура черного медведя. За шкуры животных вам хорошо заплатят в любом магазине. Ну ладно. Так, у нас тут Black Horse Peak. Чё? Horse. Темная лошадь Peak. Peak это точка или что это? Вышка или... Я вообще английский не шарю, поэтому сорян. Так, читать, вот. Слово отца. Те, кто пытается лишить нас ковчега, кто жаждет утопить нас во время потопа, кто хочет покинуть нас, несмотря на все достижения, очень скоро поймут, что каждый, кто поднимет на нас руку, лишится ее. Мы отсечем ее так же легко, как фермер срезает пшеницу, выращенную благодаря тяжкому труду. Бла-бла-бла-бла-бла. Интересно. Так. Нам интересно исследовать территорию. Вот эту. Что тут вообще есть? Может, тут секретики какие-то? А потом будем мы с вами проходить. Так, эта дверь не открывается, хотя там что-то есть. Что-то там. Какой-то там. Сол. Или кол. Кол. Что за кол? Так. Еще одна записка. Что нужно знать о душах? При выборе душ для спасения помните, чистая душа – обязательное условие. Если душа человека сквернена этим грязным миром, посмотрите ему в глаза, чтобы понять, можно ли его спасти. Для допуска в бункер все души должны пройти очищение. Ага, ясно, разум. Нам нужны умные, образованные, талантливые люди. В первую очередь они должны доказать, что готовы строить лучший мир, не жалея сил. Сильное тело. Берите здоровых, сильных и молодых. В будущем они обеспечат здоровое потомство. Короче, это какой-то бункер, а чтобы в этот бункер зайти, нужно быть чистым, сильным, умным. И я сюда зайти не могу. Ну ладно. Но, Сивилианс... Короче. О. Боженька местно. А, как в бункер-то попасть? Похоже, я никак не попаду. Может, это потом по сюжету будет? Место интересное и какое-то слишком пусто. Ну ты чё? Ёпта. Вообще тут пусто, ничего нету. Так, а там что, есть спуск или что это? Так. Здесь. О, аптечка, пистолеты. Мистолеты. Так, сейчас еще сюда сбегаю. Нет! Да. Нормально все. Хорош рычать. Кого ты там находишь? О, олень.
Оленюка, сейчас я тебе со снайперки. Где моя снайперка? Не понял. А, у меня ее нету. А, ну точно, у меня же ее это отобрали. Что, завалил? Ой, как хорошо. Шкуля, шкуля. Да, шкуля. Шкуля оленя. Шкура оленя. Так, а это тут какие-то колесики. Мне кажется, вот эта штука потом откроется. Ладно. Это все ясно, понятно. Нам нужно что? Нам нужно срочно в магазин. В магазин нам нужно... Блин, ворон, быстрое перемещение неинтересно. Это у нас лагерь. Это тоже неинтересно. Магазин вертолетов. Давайте вот сюда. Полсента. Здесь оружейка есть. И тут есть какое-то доп. Задание. Вот его, наверное, сейчас будем проходить. Флаг, флаг, флаг. Американский. Спаси, Господи, Америку. Ух. Так, сейчас мы пистолетик зацепим. Спасибо, что спас нас от сраных сектантов. Да, ни за что. Сейчас мы пушку вернем. Точнее, две пушки. Так, 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 так. Автоматики. Вот этот автомат у меня был. Персонализация. Здесь показать. Выбрано. Ну, у меня все стоит. Купить. Премиум. Что? Не на... А что делать-то? Ну, допустим, вот так. Что ты от меня хочешь? Что-то вообще не понятно. Так, а где мой... Снайперский винтовка. Нет, не здесь. Может быть, здесь, да, вот она. А, вот она что, вот. Автомат стоит. Глушитель все стоит. А, хорошечно, хорошечно, замечательно. Так, здесь пистолетики новые какие-то есть? Нет. Эх, значит, с УЗИшкой будем бегать. Так, давайте мы ее разукрасим. На оглушитель денег нету. Вот это могу поставить, да? Купить. 810 баксов. Блин, что так дорого-то, а? О, давайте желтенький. А это какой? Нет, фу. Фу-фу-фу. Фу. Белый нет. Ну, желтый пускай будет. Так, одежда у нас есть. Продать добычу за 1300. А что за добыча? О, продаем. А что, а я могу? Быстрая продажа, это у нас все. Ну ладно. Пусть будет так. Серебряные слитки у нас есть. Сколько их? 120. А за серебряные слитки что мы можем купить? Напомните мне. Или 400. А, ну вот, типа, оружие вот эти вот красные, которые обозначены. Написано премиум. Вот эти я могу купить. О, кастет даже есть. Фига себе. Вот эти вот штуки классные. Оптимизм. Лопата. Смайлик лопата. Ладно, это все забавно. Так, ладно, все. Короче, собрали оружие. Двигаем к нашему заданию. А, вот же вот. Это ж этот у нас. Как его звать-то? Священник наш. Сейчас посмотрим, что он нам там предложит.
Hello. Слышит твои молитвы. Мне снова нужна твоя помощь. Да, да, Кать, что надо? На ферме Вудсонов сказали, что в секте есть перебежчик. Он нашел убежище в трейлерном парке у озера Сильвер, но больше я ничего не знаю. И я не знаю, когда Господь избавит меня от бремени заботы о раненых. Убедись, что этот молодой человек у озера Сильвер жив и здоров. Мы должны прощать. Если не будем этого делать, мы ничем не лучше секты. Перебежчик. Так, доберитесь до трейлерного трейлерного парка у озера Сильвер. Где озеро? Где озеро? Вот это что ли? Нет, это лось. Кстати, вот тут это. Ого, как далеко. Перебежчик. Так, ладно, доберемся и узнаем, что с ним все хорошо. Кстати, до лося. Нам бы надо сходить. Да. Судью лося. Жертва неудачного эксперимента сектантов разгуливает на свободе. Найдите накачанного блажью лося и убейте его. Блажью. Что за слово? Так, ладно. Скрыть, посмотреть в журнале. Так, это все неинтересно. Мне нужно быстрое перемещение. Как это сделать? Вот так вот. Я даже вот сюда могу. Сады. А здесь пума бегает. А давайте к садам. Вот сюда. Сады перемещаемся. Там заскочим к оленю белому. Попробуем его наказать. Какая-то особая награда, наверное. О, так это самое начало наше. Да, я помню это место. А это что у нас? Ух ты. Ух ты. Вот в самом начале бы вы мне эту пушку дали. Так, ты проезжай, а ты умирай. Ой, хорош. Так, Собакин, давай, сообрази мне там денежки. Ты вроде у нас можешь это делать. Так, где у нас? Да, белохвост олень где-то здесь обитает. Блин, патронов надо было купить. Что такое? Кто стреляет? Так, Собакин, ты кого-нибудь видишь? И я никого не вижу. Кроме грузовика. Так, потрошки, вот они, потрошки. О, мягкое приземление называется. Так, там у нас какая-то война идет. Мы пойдем туда по-резкому. Помощник, послушай. Есть новости. Сектанты окружили трейлерный парк. Они думают, что мы похитили перебежчика и хотят спасти его любой ценой. Наши люди в ловушке. Поторопись. Да я на месте, только никого не вижу. Минус. Да, перезаряжается долго винтовочка. Или мне показалось?
Да что за шмаль такая идет-то? С какой стороны? Ой. Все, отготовились. Это я. Чё, кто, где? Всё, что ли? Так, ну походу да. Музыка заиграла, значит всё. Тебе сделали тату? Есть так. Шансы 1 к 7, что у нас одинаковые. Тату? Чувак, я тебя знаю, по-моему. Если он хочет покинуть врата Эдема, поможем ему. Эдемщики пытаются его вернуть. Остановим их. Так, защитите. Ты кто вообще? Черт, Эдемщики сзади. Тату как весь. Ой-о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 й, чё я сделал? Чё я сделал? Так, давай, мы тебя спасем, чувак. Только пушку мою не забирай. О, что за шарики? Внимание, эдемщики хотят его забрать. Так, 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 собака, защищай. Какая дорога? Здесь? Ой-ой-ой, я по собаке стрелял. Так, так, сзади никого вроде нету. Так, чувак, иду спасать тебя. Уже второй раз. Я думал, по мне уже колокол прозвонил. Ты чё тут? Ой! Это чё такое? Это чё за бронированные... Молодой человек. Помощник, я забрал всех, кого смог найти. Они встретят тебя на при... Ой, это недалеко. Так, отнесите. Или что? Отнесите же. Отнесите, да. Как мне его взять-то теперь? А, перенести тело, вот, F. Сопротивление уже в пути. Доставь перебежчика к ним. Так. 300 метров аж. Бегайся. 200. Уведите меня. Бросить тело, F. Блин, нет. Кто стрелял? Так, взять, переместить тело. Не, не
остановится. Так, хорошо, что я УЗИшку взял, а не пистолет. Прошу, простите меня. Так, кто где? Собакин. Давай, у тебя способность светить. Так, обыскивать я не могу людей. Так, это свои. Да, правильно, я там один иду, а вы здесь чилите. Дальше мы сами. Он в порядке? Положи его, мы прикроем. Да, я уже донесу. Все? Его нужно увезти отсюда! Отошел, отошел. Оба-на. Это мудро. Кстати. Твоя помощь незаменима. Да поможет тебе Господь. Навести меня в церкви при случае. Помолиться никогда не помешает. Спасибо тебе за Фолсхэм. Да не за что. Так, забрасывание удочки нужно. Чё-то как... О, 900 очков. Не, чё... Оба-на, это чё, рыбка? Рыбка есть? Нет, нет рыбки. Да ладно, мне это не интересно. Давай, давай, вперёд! Быстрее! Так он далеко. Он супер далеко. Самолет летает. Это что, взрыв? Так, ну чё, ребятки, мы с вами освободили этого чела. Священник говорит, приди ко мне. Дам награду. Или чё он там нам даст? Или поболтать, может, просто хочет. Давайте быстро переместимся. Пообщаемся там с ним, чё почём он нам расскажет. Так, где Собакин? Вот он, Собакин. Мне нравится. Верный друг, всегда рядом. А имущество человека прилепного многоценно. Книга притчей, глава 12. И сказал Господь, горе пастырям, что губят и разгоняют овец паствы моей. У нас было все. Это земля, это жизнь, свобода. Что теперь? Люди были потеряны, молили о помощи, но мы не услышали, а Иосиф услышал. Ты чё, алё? Ты ж говоришь, приди ко мне, пообщаемся, я тебе там плюшек всяких дам, пушку, может, новую. А ты мне какую-то дичь затираешь. Так, этот сейф я открывал. Короче, ничего тут интересного нету. Так, ну и фигли с тобой. Фигли с тобой, фигли с тобой. А здесь есть Мэрил Брикс. У нее тоже какое-то задание для нас. Ну нет, нет, задание я выполнять не буду. Я хочу отправиться на поиски вот этого оленя, судья Лось. Нам нужно найти судью Лося. Так, это самолет. И чё? Аркада какая-то есть. Это у нас утки, золотая форель. Причал Сида. Кстати, я там не был. На причале Сида. Ладно. Будем... Пойдём до оленя.
Пойдем пока до оленя, то есть до судьи лося.